В этом году все будет зависеть от погодных условий. Значит, начало было, конечно, заготовки кормов тяжеловато, потому что было скошено определенное количество гектар трав на сено, и пошли дожди. Но сейчас погода восстановилась, и хозяйство темпы набирает. А сейчас уже можно сказать, сколько в процентном соотношении скошено от нормы, от необходимого? Значит, в колхозе луч заготовлено 380 тонн сена и около 3000 тонн сенажа. Заготовка сена у нас началась массовая, можно сказать, где-то дней 10 назад. Закончится, значит, будем смотреть тоже по погодным условиям. Но я думаю, что где-то к середине сентября закончится.